Привет, мой сладкий, привет, мой хороший грядки. О, боже мой, я так соскучилась по вам, даже себе представить не можете. Столько всего изменилось и продолжает меняться. В моей жизни сейчас происходят просто какие-то колоссальные изменения, столько всего нового, столько всего хочется рассказать, и хорошего, и плохого, разного-разного. И сейчас вы видите, как я раскрашиваю антистресс раскраску. Я обещала, что будут такие видео, но, к сожалению, у меня бывает мало времени на то, чтобы уделить вечер для раскрашивания такой странички. Конкретно вот это видео, съемка вот этого видео и раскраски этой странички у меня заняло около 4 часов. Да, пока краска высохнет, пока пройдет время для того, чтобы накладывать фломастер или маркер. Вот, так что это не так уж быстро и не так уж легко. Вот, но я стараюсь и иногда балую себя вот этим вот, то, что выделяю время и просто на камеру для вас разукрашиваю, разрисовываю что-то, чтобы потом этим самым вас вдохновлять. Я не знаю, насколько получится длинным это видео. Если бы не запись моего голоса, да, накладывание поверх каких-то слов, которые я сейчас произношу, наверное, оно было бы очень коротким, потому что самое простое это поставить на скорость и вот как-то просто сделать его коротким, да, быстрым-быстрым. Но нет, сегодня я захотела с вами поговорить, потому что очень давно не говорила, и у меня давно есть такая идея. Для меня она безумная, потому что я еще не готова к такому, но думаю, что пора бы уже давно, пора вылазить из зоны комфорта. Я бы очень сильно хотела устроить трансляцию в Инстаграм или же здесь, на YouTube, потому что вчера YouTube меня уведомил, что теперь можно с телефона прям вести трансляцию без всяких каких-то там программ, которые были раньше, когда только появились трансляции на YouTube, без ноутбука, без всего, просто включил интернет, открыл YouTube и нажал кнопочку «Вести трансляцию». Я думаю, это великолепно, и совсем-совсем все стало просто. Технологии идут вперед, и наша жизнь упрощается за счет этого. Также можно взять идею и провести трансляцию ВКонтакте. Ну, смотря кому как удобно и где больше будет людей. Просто вы скажите и напишите в комментариях, когда для вас удобно, в какое время и в какой день лучше это делать. Мне удобно делать это в будний день, и менее всего где-то в районе 3, 4, 5 часов. Вот. Ну, это пока. Пока вот нам ближайшие такие вот недели. Что у меня нового? Нового очень много всего. Я просила вас оставлять свои вопросы для нового видео. Их накопилось довольно много, и я очень переживаю, что у меня никак не получается собраться, сесть, поставить камеру, сделать нормальный макияж, привести себя в порядок и записать ответы. Вот. И я очень надеюсь, что в этом месяце у меня получится это сделать. Я очень сильно хочу поснимать макияжа для вас. Просто безумно хочется сделать несколько видео. И сейчас я наконец-таки сделала это, сделала свою новую рубрику «В гостях у тигра. Разговор по душам». Я очень давно к этому шла. Вот Наташа была моим первым гостем, и она не даст соврать, что я, сколько, наверное, мы осенью записывали это видео. Потом как-то у нас графики не совпадали, не получалось перекинуть видео, не получалось сохранить. И очень долго времени у меня ушло на то, чтобы его смонтировать. И буквально вот вчера, 15 марта, я поставила на всю ночь монтаж, и видео рендерилось. А я легла спать. Вот. Как видите, вот такой вот у меня график. Просто какой-то сумасшедший, бешеный, и просто иногда не хватает времени даже, чтобы просто, знаете, крем на лицо нанести перед сном. Вот. Очень много писем получаю от вас, и
Это, наверное, единственная моя радость ежедневная, которая дает мне какой-то стимул двигаться вперед и не чувствовать одиночества, которое меня очень сильно накрыло в последнее время. И оно пожирает меня так сильно, что, как я уже говорила, письма — это вот сейчас единственное мое спасение. Вот. И еще я очень долго болела отитом. Ровно 6 недель я проболела им. У меня был двойной отит. И я просто не знала, куда себя деть. Это были адские боли. Это было постоянное мучение. Постоянное лечение. И ничего не помогало конкретно. И столько всего потратилось. Столько денег на все эти лекарства, которые абсолютно не помогали. Потом выяснилось, что у меня совершенно нет иммунитета, он полностью у меня исчез. И потом мы лечили мой иммунитет, мы пытались его поднимать, тоже самыми разными способами у разных врачей. Затем я проходила курс мышечной реабилитации, делала разные уколы, принимала разные лекарства. Вот, консультации с неврологами были, и тоже выяснили, что, оказывается, моя нервная система просто совсем избита уже, и мне нужен постоянный отдых, мне нужно куда-то поехать отдыхать. Нужно привести в порядок свое вот это психологическое состояние. Да, так что прошлый год забрал у меня, можно сказать, все мое здоровье, и я никогда в жизни не была в таком состоянии, в каком нахожусь сейчас. Вот. И так что такие вот дела. По поводу этого не радужные новости, конечно. Но я не унываю, я не сдаюсь и считаю, что нет смысла грустить, плакать там или расстраиваться. Надо, наоборот, себя на хорошее настраивать, двигаться вперед. Вот. И все будет просто прекрасно, я думаю. У нас за окном уже совсем весна-весна. Солнышко, птички поют, уже даже мухи проснулись, представляете? И почки набухают на деревьях. Так что скоро можно будет гулять как можно чаще. Очень мечтаю я снимать влоги почаще. Просто очень-очень мечтаю. И очень хочу сделать такой, ну, не проект, а обновление, наверное, да. Чтобы мои влоги, они улучшились. И чтобы вам показывать свою настоящую жизнь с тем, что мне приходится сталкиваться каждый день, потому что раньше я стеснялась этого, но потом, когда я стала чаще смотреть других людей и западных блогеров, и получать комментарии от разных людей, и вообще советы от блогеров, что нужно снимать правду, не стесняться чего-то, не показывать приукрашено как-то, да, а просто показывать как есть. Вот, и я считаю, что, наверное, это будет правильным решением, и это будет интересно, и это будет даже в какой-то мере степени полезно для других ребят. Вот, и для меня самой, чтобы преодолевать какие-то свои внутренние комплексы, потому что когда я смотрю других людей, которые снимают в таком жанре, то я ими восхищаюсь, потому что они не стесняются быть собой и показывать реальность. Это, наверное, одно из самых сложных, потому что красиво всегда может каждый показать, а вот реальность – это нужно иметь хорошую силу воли. Так что вот такие вот дела.
Я надеюсь, это не последний мой подкаст в этом месяце. Я обещала их выпускать хотя бы каждый месяц, но вот как-то, видите, не получилось, потому что жизнь такая сейчас очень бешеная и иногда просто сталкивает тебя с ног. И не то, что подкасты записать, я не могу даже просто какой-то пост в блог сделать, чтобы просто это маленькой заметкой было, но нет. Надеюсь, что сейчас все устаканится уже, как я говорила, весна. Это новые силы, новые надежды, планы и настроение как-то чаще хорошим бывает за счет солнышка за окошком и пения птиц. Вот. И я не пропадаю. Я очень сильно вас всех люблю. Просто не могу без вас. И стараюсь просто каждый день какими-то маленькими роликами вас радовать. У меня их еще много в запасе. Поэтому тоже такие вот дела. Обнимаю, целую. Оставляйте свои комментарии внизу. Вот. И я очень сильно надеюсь, что скоро выпущу видеоролик, где будет мое лицо. Что наконец-то мы с вами увидимся. Вот. Обнимаю. До новых встреч. Пока-пока.